Че, прикинь, Сеня заходит. Очень красиво. Наконец-то я начинаю свой влог не дома. Сейчас пойду в больницу, потому что, кто не знал, у меня проблемы с сердцем большие. А с утра я уже успела смонтировать второй день и выложить его. Вот, еще успела сделать хореографию. Потом пойду снимать видос этой хореографии для своего инстаграма, потому что я решила развивать свой инстаграм наконец-то. Вот, сегодня мне надо еще сходить на день рождения моей бабушки. Это очень крутая тусовка, где соберутся все мои родственники. Я вот обожаю такие праздники, это самое, наверное, любимое. Мне надо будет посидеть часа два, и сегодня у меня две тренировки. В общем, мы сходили уже в больницу. Вот, слишком быстро. Сейчас зайдем домой за моим костюмом и пойдем тусить. Тусить же пойдем. Тусовку. Вот, бабулям. Короче, так получилось, что у нас с мамой одинаковый размер одежды. И однажды я... Да, и обувь. И однажды я взяла на выступление ее черную футболку и, мягко сказать, ее потеряла. Вот, и она до сих пор идет и упрекает меня в том, что я потеряла ее черную футболку. Ну я тебе на день рождения купил. Ой, спасибо, буду ждать. Я говорила, что мы идем тусить. И мы пришли тусить. Мы пришли тусить. Я жду, пока все сядут кушать, потому что без всех я не могу начать кушать. Кушать хочется. Пока я жду главную кушательную часть, я хочу сделать хореографию. Поэтому сейчас я буду делать хореографию. Я хорошо поспала. Наверное. Я поспала полчаса. Обычно я привыкла, что после чемпионата на следующий день я сплю 3-4 часа, но если мне это не удается на следующий день, то мне очень плохо. Вот они все мои. Сидят. Здравствуйте, вы готовы тренироваться? А, конечно. А ты? Да. А ты? Да. Звезды на богатых людей. Давай теперь твоя очередь. Волшин, классная школа, любим, целуем, обнимаем. Во, вот так. В общем, как вы уже поняли, я пришла тренироваться. И я чувствую себя полным овощем. Вообще сил нет. У меня дико болит одна нога. Мне очень сложно на ней передвигаться. Итак, мы закончили тренинг до Лизы. Да! Вот, значит. Чей телефон? Давай, Вика, челлендж. Выпьем всю бутылку. Сразу, давай. Ой, а вы что такие быстрые? Все, челлендж отменяется, да, я выпью. Я помню вот это что-то. А, да. В общем, сейчас прошло две тренировки. На первой у меня были ватные ноги, я не могла тренить. А на второй мы просто сидели и базарили, да, Лиза? Реклама. Реклама. Да, реклама. Внимание, трюки! Я поняла, что за сегодня я слишком мало снимала, поэтому... Понятно. Ты пешком? Бэйби! Ну ладно. Давай, показывай. Я в брюку. Это не важно. Ты сегодня не занималась, да? Да. Я занималась. Сидела на полу. Опа! Так! А еще умею делать колесо с английского рода. Ой-ой-ой! Че, прикинь, Сеня заходит. Очень красиво. Шпагат, да. У вас очень тяжелые тренировки. Да. Через чур, я бы сказала. Мы сегодня так хорошо потренили. Да, даже не устали. Это уровень профессионализма. Да. Чей.
мы поняли, что нам надо подойти. Разучилась сделать одно движение. Сейчас покажу. Я видела это в истории в Инстаграме во фримоушене. Как он крутился. Посмотрите внимательно. Вот носок размер. Вот у меня такие же, у меня еще есть спич. Как бы... Раз, когда я их купила, они были большие. Когда я их постирала, я не знаю. У меня такие же. Я на следующую тренировку. И сейчас они, знаете, как следочки. Это моя команда. Где тебя теперь? Да, типа машинка. Сейчас я буду компьютерщица. Рассказываю историю. Однажды перед первым нашим чемпионатом, а нет, перед МДС, мы позвонили в 112 и, короче, сказали, что нужно на воскресенье вызвать нам скорую. Нам сказали, что сейчас сюда приедет полиция, в итоге мы звонили и извинялись. Вика, пойдешь писить? Вика, я писить хочу. Мама, жопа. Мам, у меня жопа чешется. Мам, помоги. Что говоришь? Говорю, сейчас звоню в такси, эти дуры что-то говорят. А меня спрашивает это, ну, диспетчер. Говорит, тебе сколько лет? Я говорю, 16. Она говорит, что-то не верится. Знаешь, как это стыдно было? В общем, так получилось, что сегодня я иду домой одна. Привет, Вика! Давно не виделись. В принципе, сегодня день достаточно спокойный. Вот, правда, я себя очень плохо чувствовала. У меня болит все после вчерашнего. И опять я иду, и опять вся вода затекает ко мне в ноги. Поэтому я даже не удивляюсь, почему я себя плохо чувствую, почему я постоянно болею. А еще завтра дикий день, просто дикий день. Я уже предвкушаю, потому что на завтра напланировано больше, чем за всю неделю. В общем, это было все. Спасибо, что посмотрела это видео. Я надеюсь, что оно тебе понравилось. Если это так, то обязательно подпишись и поставь лайк. Всем до завтра. Всем пока.